акцент переработки на что сделали? Снижение использования добавок. Заменяем обычную соль на морскую, уходим от всяких фосфатов, консервантов. Стараемся, чтобы эта продукция была более доброжелательна к здоровью людей. Как это оценивают потребители на отечественном рынке? Знаете, пробуют, людям нравится. Те, кто попробовал нашу продукцию, как правило, приходят второй раз. Мы стараемся тоже что-то придумывать новое. Часть продукции вы экспортируете на российский рынок. Строгие требования Россельхознадзора вам по плечу? Справляемся. Строгие, но справляемся. Есть заявки на 2020 год больше продавать, активнее расширять видовой ассортимент. Вы над этим задумываетесь? Работа идет. Постоянно находятся в разработке новые продукты. Значит, я думаю, что они понравятся покупателям, и мы увеличим продажи. А чтобы ускорить этот процесс, вот наш отечественный механизм прохождения различных процедур, оформления необходимых сертификатов, все это долгое время? Конечно, фактор оформления бюрократических проволочек влияет, очень влияет на производство. Производство всегда требует более быстрых, гибких каких-то решений и ходов. Иногда с этим возникают сложности, безусловно. Надо стараться ускорять, давать производителям больше возможностей, больше возможностей к творчеству. Что